Здравствуйте, многоуважаемые артисты. Здравствуйте, меня зовут Карина. Я из города Глядичево. Мне 6 лет. А рядом? Здравствуйте, меня зовут Юра. Мне 7 лет. Я из Бердичева. Вы волнуетесь? Трошки. Трошки. А кто сегодня вас поддерживает? Руководитель. А родители не очень, да? Не знают. Знают. Хорошо, давайте вы нам покажете номер, а мы еще с вами поговорим. Договорились? Да. Так. Уже у вас зараз сердце выскочит, Свет. Переживаю. Чуєте, які гримає зала? Подивіться, люди да, я вижу. Це неймовірний успіх двом шестирічним діткам, і публіка, і судді аплодують стоячи. А от тепер скажіть, що в Україні нет талантів. Ви супер! Настоящие молодцы! Вы меня, я думаю, что и моих коллег, раз уж они стали вместе со мной, просто поразили. Можно попросить вашего руководителя, чтобы он вышел на сцену? Давайте, Светочка. Меня? Идите, да. Ой. Вы можете гордиться своими талантами. Спасибо большое. Понятия не имел, что в шестилетнем возрасте можно исполнять такие стойки. На одной руке, и это просто невообразимо. Вы же их не бьете?